Открытие фотовыставки и семейного альбома прошло при полном аншлаге. Неподдельный интерес вызвал и сам проект, инициатором которого выступил брестский краевед и историк Иван Чайчиц, и фотографии, представленные широкой публике. Инициативу поддержало Генеральное консульство Польши, выступив главным организатором. Современного человека фотография – это сегодня как повседневный хлеб. Тем не менее, фотография этого периода, конца 19-х, половины 20-го столетия. Это фотография, это искусство. Цель выставки – не только показать бытовую жизнь Полесья 20-30-х годов через объектив фотоаппарата, но и представить само отношение к фотографии как к искусству. На редких снимках представлены бытовые сценки на улицах Бреста, Пинска, Барановичей и в полесских деревнях. В рамках проекта организаторы получили более 400 фотографий из Беларуси, Польши, Израиля, США и даже Австралии. На 70 черно-белых фотографиях, датированных 30-ми годами 20 века, уместилась огромная часть ушедшей эпохи. Это один из интересных периодов нашего города, ведь после Первой мировой войны город лежал в руинах, город был сожжен. И за 20 лет, периода межвоенной Польши, город хорошо восстановился, город украсился, появились новые здания, новые кварталы. Люди стали улыбаться. После такой большой войны люди ходили по улицам и улыбались. Открыть домашний альбом и поделиться с незнакомыми людьми частью своей семейной истории не всегда легко, считают организаторы. Из застывших мгновений на бытовых и семейных фото складывается целостная картина. Именно так жили наши предки, далекие от тонкостей политики и эпохальных исторических событий, но ставшие их непосредственными свидетелями и участниками. Основной посыл, который несет эта выставка, печатайте, люди. Ведь если бы эти фотографии не были напечатаны, разве мы сегодня бы собрались? И скажите мне, через 100 лет мы соберемся, сколько сегодня сделается фотографий на фотоаппараты, на мобильные телефоны и сколько напечатается? И можно ли будет через лет 50 или 100 провести выставку из семейного альбома? И принесет ли кто-нибудь фотографию с открытия выставки 22 ноября 2017 года из семейного архива? Выставка из семейного альбома пробудет в Музее спасенной ценности до 17 декабря. Хватит ли этого периода, чтобы взглянуть на черно-белое искусство полесских фотографов по-новому, покажет время. Безусловно, одно. В скором времени брещану ждет интересное продолжение этой увлекательной фотоистории. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук ТВ».